back in ETV. Привет всем, это был КНТВ в Санкт-Петербурге. Меня зовут Толя, у нас в гостях группа «Сторона света». Друзья, привет! Привет! Впервые в нашей практике мы ведем съемки при температуре плюс 5 градусов, и вот такие немножко подмороженные, но готовые для вас исполнить. Ребята, что будем слушать? Мы сегодня будем исполнять настроенческую питерскую песню под названием «Черная вода Невы». Слушаем. Открой мне глаза на берега. Если ты в эту воду войдешь однажды, то больше уже не выйдешь из нее никогда. Кинжалы чаек безжалостно рвут на части. Пейзаж, застывший в глазном хрусталике льда. Черную воду Невы упала на счастье. Моя последняя этой ночью звезда. Город, который не чувствует холод, балтийский шторм обрушит свой молот на ржавые крыши, гнилые сваи, потерянные в переулках трамваи. Ты устоишь, я знаю. Ты вновь устоишь, я знаю. Ты будешь стоять, я знаю, до конца, до самого края, до полного бреда. День всех побед, ты выиграл этот несчастный билет на дно. Сердце льется в меня, не видя краев. Видимо, мне уже больше некуда деться. Все эти годы мы пили только ее. Спасибо. Ну, настроение действительно создано благодаря вашей песне. Отличное. Спасибо вам за это. «Сторона света» на всех по одной или одна общая у вас? Как это? «Сторона света» у каждого своя. В принципе, все, что видит глаз человеческий, это есть свет. И его отражение — это то, что мы все видим. Понятно. Вот так вот философия, физика и все смешалось здесь у нас на балконе. Спасибо вам, друзья, что вы пришли к нам, что вы создали отличное настроение нам и нашим слушателям. Мы благодарим отель «Три моста» за предоставленное место для съемок. Увидимся в следующий раз. Пока-пока. Спасибо.